Всем привет! Сегодня у нас 20 сентября. Встаю около сорта льгол. Начал по чуть-чуть сыпаться. Яблоки очень громадные. Делал нормировку. Вот такие вот здоровые-здоровые яблоки. Мне жалко, хочу по чуть-чуть собирать. Начинать самые окрашенные, то есть в три этапа. Вот такие еще повисят, вот такого цвета не окрашенные. Более окрашенные хочу собрать. Хочу еще показать его. Яблоня на подвое М106. Четвертый год от посадки. Вот на четвертый год дала. Вот так вот загрузилась. На шестерочке. Вот такие вот плоды красивые. То есть и внизу вот висят. Есть более окрашенные. Вот до самой земли. В том году я показывал на девятке легол. А это на шестерке. То есть вот такие вот плодяки красивые. Сорт очень вкусный. В руке гляньте, какие яблоки. Грамм 400 есть 100%. То есть надо его по чуть-чуть снимать, окрашенные. Потому что они очень плохо держатся. Были ветра. Окрасился вот он так. Буду снимать самые окрашенные яблочки. Такие вот яблоки красивые. Вот какая красота. Как ветки выдерживают такие громадные яблоки. Вот легол. То есть можно его смело сажать и на 106 подвое. Показывает он себя очень хорошо. Но нужно не забывать о том, что яблоки очень крупные. Сорт может входить в периодичность. Вот до самого верха. Вот я встал на лесенку. До 3 метров. Вот они висят. Какие красавцы. То есть надо его нормировать, потому что будет через год. Вон какие яблоки крупные, здоровые. Сорт, конечно, классный. И для себя, и для промышленных садов. Гляньте, в руке 2 яблока, они просто громадные, не помещаются. И вкус у него очень классный, вкусный. Сейчас я обойду. С другой стороны обошел показать. Висят и внизу. В самом, тут вот еще они не окрасились полностью. Не набрали свой цвет. Какая красота. Ну тут вот. Вот яблоко упало и зависло. Не долетело до земли. Такие яблоки, если будут падать, биться, просто жалко. Оно не будет храниться, лежать. Сейчас они еще, как бы им надо вылежаться. Не набрали того вкуса, чтобы их можно было потреблять. Они классные, туда вот, к Новому году. У них становится сладость. Становится аромат. Очень приятный. То есть вот такие вот яблоки. Много навязалось. Вот тут есть полностью еще зеленые. То есть некоторые. Ой, это тоже вот упавшее было с верхушки. Надо наверху срывать. Внизу как-то вроде не сыпятся. Какая красота, какой цвет красивый. Уже плохо держится. Яблоко легол MM106. Так что такой сорт. Показывает себя прекрасно. И на девятке, и на шестерке. Рост у него довольно тоже на шестерке сильный. На девятке поменьше будет. То есть я до них долезть не могу. Так надо с лестницы только долазить. Такая вот красота. А на веточку одну яблочко оставляешь. Вот он в руке. Это град был. Это лежать, блин, не будет. Ну а в целом яблоко, конечно, супер. Есть чуть поменьше яблоки вот такого размера. Ну в целом яблоки очень крупные. Я потом на весы положу, покажу. Такие как джумбопом, блин. Ой, яблочко. Класс. Товарность супер.
светится все красиво. Так, ну позже вылежаться я еще слажу, добавлю видео сюда, покажу, когда я их начну потреблять уже в пищу. Вот такие яблоки. Сегодня у нас 10 января 2019 года. О, яблочко легло в хранении. Ну, сейчас посмотрим, какое оно плотное, как оно хрустит, как оно сочное. Сейчас разрежу и покажу его детально уже, какой вкус и все остальное. Так, сейчас возьмем и подрежем яблочки. Посмотрим, какое оно, как оно хрустит. Сока просто масса. Вот такая мякоть. Так, одно разрезали. Сейчас другого разрежем. Видно, что сок льется. Такая вот мякоть у него. Так, сейчас попробуем на вкус. Такое вот яблочко. Короче, полный рот сока. Шкурка такая не сильно прям съедобная, твердоватая. Мякоть очень сочная, очень сладкая, очень ароматная. Мякоть такая скалывающая, хрустящая. Яблоко достойное, очень вкусное. То есть это без преувеличений. Классное, просто. То есть его можно было и раньше кушать, но раньше у меня другие сорта более раннего срока поспевания, которое мы как бы кушали, поели уже. Это яблоко, я заметил, что очень хорошо лежит без потери качества. То есть, да, с середины весны без проблем. Может быть и дольше оно будет лежать, но нужно проверить еще. Потому что мы в том году, позатом году, мы его просто, ну, кушали до весны, до середины весны последние яблоки. То есть, если оставить его попробовать на хранение, если больше будет урожая, то, возможно, оно лежит еще дольше. Не теряет вообще своих никаких качеств. То есть, яблоко класс. Сейчас вот посмотрим, какой мякоть вот такая у него. Ну, камера не передает такого цвета, вот она кажется белая на камере. Ну, в действительности мякоть чуть-чуть такая кремовая, то есть не чисто белая, кремовая. Такие косточки от камеры в яблоке. Сейчас самое интересное — вес. Посмотри, какой у него вес. Вес у этого яблока довольно-таки достойный. Сейчас включим весы. Что, поехали смотреть, какой вес. 458 грамм. Я буду эти яблоки, те, что я важил, отваживать в ящик туда. Так. 308 грамм. Кинжал убрать, эту яблоки травмировать. 418 грамм. 414 грамм. 412 грамм. Это я яблоки показываю сейчас среднего и крупного размера. То есть может этот сорт достигать, если меньше будет нагрузка на дереве, до 500, до полкилограмма яблока одно, без проблем. Так, яблочки, ну яблоки, конечно, размер класс, вкус класс, хранится класс. 455, до 500 грамм не дотягиваю в этом году, но на дереве было яблок очень много. То есть если бы их пронормировать чуть сильнее, конечно, яблоки были некоторые и по 500 грамм. То есть, ну, вот так вот средние яблоки сейчас покажу. До 400. 394. 457. 357. Ну, размер вы видите классно. Вот маленькие сейчас покажу. Одни из самых маленьких. 287. 290. Это одни из самых мелких плодов сорта Легол. Это польский сорт. Вывели его
В 1972 году как бы сорт очень популярный, очень интересный. Его много кто знает уже, много кто выращивает. То есть я за него могу сказать одно, что он как бы устойчив более-менее к грибковым заболеваниям, чуть-чуть поражается паршой без обработок, с обработками не поражается. Может поражаться горькой пятнистостью чуть-чуть. Но так в целом очень хороший, классный сорт, стоящий внимания. То есть и на девятке он хорошо себя показывает, и на шестерке хорошо себя показывает. То есть без проблем. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, не забывайте подписываться на канал. Под видео есть ссылка на прайс черенки плодовых деревьев. Можете заказывать, прививать себе в сад, будут у вас расти в саду такие сорта. Всем спасибо за внимание, всем пока.